Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу разницу между вот этими колечками – пулером и док-лайком. Я специально взяла не новые колечки, чтобы вы видели, что с ними происходит после начала игры. Сиреневое колечко – это пулер. Он у меня уже около 7 лет, весь такой покоцанный. Это все следы от зубов, появляются они с первой игры, но никак не влияет на дальнейшую эксплуатацию. Цветные колечки – это док-лайк, тоже на них много следов от зубов. Появились они у меня примерно в одно время, около полугода назад, вместе с появлением мира. Она меньше по размеру, чем мои старшие собаки, и в пулере она просто путалась с лапами, поэтому я искала вариант поменьше. Остались у меня именно оба по причине того, что я не смогла выбрать нужный мне размер. Я заказала два для выбора, и так у меня два и остались. С одним мы играем на улице, собакам его удобнее перетягивать, потому что оно побольше, а с маленьким мы занимаемся дома, оно маленькое, легкое, мне удобно его кидать. Разницы между кольцами на первый взгляд нет. Они круглые, легкие, выполнены из похожего материала. Их можно кидать, катать, перетягивать. Они хорошо плавают, но тем не менее разница есть. Красное кольцо, которое я брала именно для портировки младшей собаки, сейчас имеет форму восьмерки. Я не знаю, была ли эта форма сразу или появилась после наших игр, но тем не менее это факт. И когда я бросаю это колечко, оно заваливается на бок и поэтому не может далеко укатиться. При этом пулер, которому уже далеко не один год, имеет ровную форму и катается лучше, дальше и ровнее. Но главное отличие пулера в том, что он имеет большую плотность. Это важно для владельцев крупных активных собак, которые жестко играют, потому что доклайковское колечко такая собака просто на раз порвет, а пуля прослужит дольше. В любом случае, эти колечки – это не игрушка для жевания собакой самостоятельно, это инструмент для игры с собакой. Не стоит и вешать такое колечко на дерево, чтобы собака самостоятельно пыталась его снять. Помните, оно все-таки выполнено из мягкого пористого материала, и собака его просто порвет. Итак, какие же колечки выбрать? Смотрите. Пулер всегда идет комплектом из двух колец. Производитель его позиционирует именно как снаряд для тренировки собаки и рекомендует при занятиях, бросая одно кольцо, подманивать сразу собаку вторым для усиления мотивации. Но моя собака и так прекрасно приносит опорца обратно, поэтому лично для меня нет смысла сразу в двух кольцах. К тому же они достаточно дорогие. Доклайк же продается штучно, он дешевле и в принципе для моих целей мне его хватает. Но при этом именно пулер катается лучше. Соответственно, если для вас важна траектория и дальность при броске кольца, то я бы рекомендовала взять именно пулер. Если же вы просто хотите играть с собакой, то будет достаточно доклайка. Но при этом, если у вас крупная, сильная собака, вроде лабрадора, амстафа или овчарки, то лучше все-таки взять пулер, он прослужит дольше. У пулера несколько размеров, у меня это стандарт. Также есть миди, мини, микро и макси, это огромное колесо. У доклайка размеров меньше, всего 3, большое, среднее и малое. У меня среднее и малое кольца. Еще один момент о колечках доклайк. Сейчас они не выпускаются с вот таким круглым сечением, произошло это по причине конфликта между производителями. Поэтому теперь Duclac выпускается в новом виде с восьмигранным сечением в двух цветах. Красный цвет считается более профессиональный снаряд с большей плотностью, оранжевые просто колечки для игр. Вот, собственно, и все. Теперь вы знаете о колечках чуть больше. Пишите в комментариях, какое колечко выбрали именно вы и почему. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всю дополнительную информацию вы можете найти в описании под видео. Смысл, так как у меня собака и так хорошо приносит, и поэтому я забыла дальше текст, это катастрофа. На дерево для самостоятельного не могу так, подождите, все падает.